Всем привет, с вами Денисыч и щенки. И как-то так у нас выглядит подстилка на следующий день. Все довольно-таки хорошо, все работает. Вы просто не представляете, как было раньше. Тут весь линолеум, вся подстилка, ну, ковер был весь в какашках, весь в моче. А сейчас все сухо, в принципе, все нормально. Сено, видимо, в себя впитывает, картон в себя впитывает, все как надо работает. Причем тут не пахнет вообще ничем, пахнет только сеном. Какашками не пахнет, ни мочой не пахнет. Вообще замечательно работает. Единственное, что вы меня напугали, то что в сене могут быть клещи. Да, это действительно так. Они в спячку впадают зимой. Если вы их заносите в теплое помещение, допустим, домой, то они могут, так сказать, оттаять и кого-нибудь укусить, тех же, допустим, щенков или меня там. Так что надо быть с этим очень аккуратным. Желательно вообще сено не заносить домой. Буду стелить, так что сейчас это все вечером уберу. Скорее всего, вечером, сейчас пока что все нормально. Картон, точнее, сено все уберу и просто один картон застелю, и все. Щенки у нас очень чистенькие, вообще мягкие такие, пушистые. По сравнению, какие они были, так вообще они очень классные. Такие мягкие вообще. Чистенькие. Главное. А были все такие засаленные, грязные, вонючие. Сейчас очень вкусные щенки. Прям вообще вкуснятина. Прям вообще замечательные. Прям нюхать охота их, да? Ну, нюхать охота прям. Нюхать охота. Мягкие такие, чистенькие-чистенькие они. Чистота. Чистота. Все, иди гуляй. Опа. Они меня всего уже искусали. Посмотрите, что творят. Но когда их так много, с ними просто не справиться. Вот когда у вас будет один щенок, да, тогда вы можете его контролировать. Но такую стаю большую просто вообще невозможно. Они такие, их так много. Так что, что я хотел сказать. То, что подстилка у нас работает. Если вы не знаете, что подстелить щенкам, то просто берите картон в каком-нибудь магазине, просите, как я это сделал в предыдущем ролике. И сено. И все замечательно. Конечно, мы живем в доме. И в доме так как-то не очень все это делать, грязь все-таки. Лучше это все делать в вольере. Но у нас очень холодно на улице, минус 30, и за это вот я решил сделать именно так. Я их уже покормил. Они сытые, довольные. Мама их тоже покормила. Вообще не могу прям, какие мягкие они стали, пушистые. Пушистые-припушистые. Лезут на меня, лезут. Лезут на меня, лезут. Ну-ка, нельзя, нельзя на меня лезть. Нельзя. Нельзя лезть. Нельзя, нельзя. Хватит, хватит лезть. Все-все-все, хватит, хватит. Отучать их надо. Сразу отучить, чтобы на вас собака не прыгала с такого возраста. Потому что если вы сейчас не отучите, то потом будет тяжелее. Она будет уже большая. Она будет большая уже. И будет на вас прыгать. Да? Прыгать будет. И чтобы они руки не кусали. Если кусают, то сразу... Нельзя кусать руки. Нельзя кусать руки. Маленькие пушистые засранчики маленькие. Да? Хорошие такие. Кто-то ушел туда. Там грызет. Грызет, наверное, это. Сено грызет. Надо сейчас не рано запускать, это на улице холодно очень. Я на немного выпустил, чтобы вам поснимать щенков. Да? Чтобы вам поснимать щенков маленьких, веселых. Их скоро уже всех заберут. Это будет очень скоро уже. Потихонечку забирают их. Двоих уже забрали, как вы помните.
Вот так вот. Игрушки, они как-то не особо, они между собой грызут. А вот игрушки, они уже всю изваляли, как она, такая грязная она. Ну-ка, давайте. Ну-ка, кто? Давай. Кто будет грызти? Ну, ему только нравится грызть мои ноги. Ему только нравится мои ноги грызть, да? Мои ноги только грызть нравится. Розовая девочка. Ему только нравится грызть мои ноги. Где ваша собака еще? Собака. Где ваша собака? Вот собака. Я пищалки вытащил, чтобы не пищали. Пищалки вытащил. Девка, фиолетовая девка. Какие они уже большие стали. Большие кабанчики. Только присяду, они сразу все на меня лезут. Сразу лезут. Тихо, не я лезть. Я на меня лезть. Кусаться нельзя тоже. Нельзя кусаться, нет. Мне нравятся игрушки. А, меня за пятки кто-то кусает. Нельзя кусать за пятки меня. Там лежал. Ну, ему этому понравилась игрушка. Грызет ее. Сайт. Ладно, кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, а ждите новых видео про наших щенков, про наших маленьких щеночков. Про наших маленьких щеночков ждите наши видео. Подписываемся обязательно на канал, а то я смотрю, нас смотрит без подписки очень много человек, где-то 90% просто нас смотрит без подписки. Как так, вы подписывайтесь на этих маленьких крох, чтобы вам приходили уведомления, нажмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить ни одно видео про наших маленьких хомячков. Хомячков маленьких баловаться любят они, маленькие. Ладно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.